Ой, господи, здравствуйте, всем привет, сегодня почему-то не лагает, но это, в принципе, не важно, да? Как же я привыкал к тому, что я снимаю видео, да? И сегодня будет обзор на Крис Эллис и Кокосов 7. Короче, у нас есть такая Кокосов 7, во-первых, начал за вами трейлеров, потом даже нет, кое-как работает, видите? Да, интересно, знаете, но не знаю, но тоже не бывает. Это немало. Остальные, короче, сейчас ну, тупо, короче, клянеров, где нас клянеры, которые в другой стал цветный грош, любим плавал метр. Я ж половину куб. Короче, смотри, это типа реалистичная конструкция, анимация, конечно, ну, пацаны, ну, что все, все. Звуки тоже не ахти, но это уже ладно. Дело так, он умирает, логично. Так, он умирает. Он может и стрелять так, но это уже не добро. Еще сегодня будет обзор не только на Крисера, но, блять, рейсик. На следующий сегодня прессе 4. Ну, так, наверное, все знаю, что такое, но... Я не знаю, может быть, не знаю. А что, чтобы в руки джампить, получил договор? Руки джампить, да? Здрасте. А, короче. Я вроде не хочу даже ничего снимать, потому что я уже заплачивать еще. Короче, ну, короче, ну, да, короче. Сейчас будем снимать видео, поснимали видео, ебать. А, лучше бы еще я не заходил, да? Что будет снимать видео, подснимали видео, короче, это уже у нас есть на плитик шторик, делаем вот так вот, я так называл, не нормально. Берем сейчас, профтер. Ну, пожалуйста, ой, ёбай, ну, красавчик, какая, ребята, эм, текстуры, эмор. Ебаный шлаган, это жирно, все. Короче, это тут сейчас улетит. До свидания.